Тема сегодняшнего занятия – первая помощь при укусе ядовитых пауков. Для начала мы ознакомимся с ядовитыми пауками. Итак, слайды всем видно? Да. Ядовитые и опасные пауки в мире. Итак, желтые пауки, сак, желтый золотой паук. Обитает он преимущественно в европейских странах. Пауки довольно мелкие, всего 10 миллиметров в длину. Желтые пауки строят мешки, типа трубы подвешивающие, как камни, чтобы они служили в качестве дома. Иногда они находятся внутри дома. Их укусы, как известно, по крайней мере, клинически опасны. И часто неправильно диагностируются, как укусы коричневого паука-отшельника. Бразильский странствующий паук считается одним из наиболее опасных пауков в мире. Живет преимущественно в Южной Америке. Не создает сети и никогда не останавливается на одном месте. В принципе, из-за чего и получил свое название странствующий паук. Размер всего лишь 10 сантиметров в длину, но яд может убить около 225 мышей. Коричневый паук-отшельник или еще скрипичный паук является одним из немногих пауков в мире, который вредный для человека. Обитает в основном на Среднем Западе и в юго-восточной части штатах США, особенно в Калифорнии. В отличие от большинства пауков, у которых 8 глаз, коричневый отшельник имеет 6 глаз, 3 пары расположены. Черная вдова. Этот паук очень опасный для человека из-за своего яда. Яд черной вдовы превышает яд гремучей змеи 15 раз. Черные вдовы населяют прерии и пустынные места по всему миру. Самки составляют около 2 сантиметров в длину и являются более опасными, чем самцы. Нападают только тогда, когда видят угрозу. Яд очень опасный. И в случае укуса противоядие нужно ввести очень быстро, в течение 30 секунд, иначе наступает смерть. Тарантул. Тарантулы при... Акари, у вас вопрос? Да, а какие действия паук воспринимает как угрозу? Ну, если паука как-то спровоцировать. Вот, допустим, где-то пауки любят такие места, где-то под камнем
или в зарослях. Вот если раздвинули камень или ветки и обнаружили там паука, встретились с ними, то он может воспринять это как угрозу. Часто они залазят в обувь, могут, когда обувается, это тоже для него как угроза. Он тогда нападает и кусает. Даниил, у вас вопрос? Да, у меня однажды был робот-тарантул. Такой вот паук-робот-тарантул. Понятно. Тарантулы представляют собой группу волосатых и очень больших пауков 3-4 сантиметра в длину. Они принадлежат к семейству пауков-птицеедов. Тарантулы живут в глубоких и влажных норах, в степях и пустынях. Яд тарантула не очень опасен для человека. А некоторые могут держать в качестве домашних животных. Водяные пауки или подводные пауки населяют пруды в Северной и Центральной Европе, а также Северной Азии. Они хорошо плавают. Скорость их передвижения на плаву составляет 2,3-3,5 сантиметра в секунду. Длина тела составляет 1,5-1,7 сантиметра. Краб-паук включает в себя более 3000 видов краба-паука. Они получили свое название от Селены, то есть греческой богини Луны. Обычно пауки-крабы находятся в Северной Америке, а иногда и в южной части Европы и Азии. Они не особо опасны для человека, их часто путают с отшельниками, поэтому их боятся. Так, ну и посмотрим тоже видео. Десять самых ядовитых пауков в мире. Всем привет! Видео всем видно? Да, но оно очень сильно тормозит. Оно очень сильно тормозит. Да, тормозит. Может, лучше нам ссылку скинуть, и мы сами его посмотрим? Тормозит. Да, очень сильно тормозит. Ладно. Тогда скину вам в чат ссылку на видео. Посмотрите его сами. Ну, а
Ну, а я вам расскажу, как же все-таки оказывать первую помощь при укусе пауков. Первая помощь при укусе паука похожа на первую помощь при укусе змеи. То есть тут и симптомы могут быть такие же. Ввиду того, что состав яда похожие. Симптомы – это образование белого пятна с розовой или красной каемкой, боль, ломота в теле, обильное потоотделение. Тут же опять поражение центральной нервной системы. Порезы, онемение конечностей, параличи, поражение сердечно-сосудистой системы. Все, в чем это выражается? Это выражается в падении или, наоборот, повышении артериального давления, учащение сердцебиения, тахикардия, повышенная частота сердечных сокращений. Может быть вызвана кома и даже гибель. А Кари, у вас вопрос? Да, а вот змея, когда кусает, мы чувствуем боль. Когда клещ кусает, мы ничего не чувствуем. А когда паук кусает, насколько сильно он кусает? Ну, как правило, укус паука можно сравнить, ну, не знаю, с уколом иголкой. И потом может пройти укус паука, что даже незаметно. Но потом появляется боль, зуд, жжение через некоторое время после укуса. Итак, как же оказывать первую помощь? А прежде всего это промыть водой с мылом и растворы антисептиков. Спирт, перекись водорода, Хадича Халилова, у вас вопрос? Да, да, а какую больше всего часть тела кусают пауки? Ну, чаще всего это, конечно, конечности. Когда вот, например, если паук может заползти в обувь, а вы этого не заметили и начали обуваться, то паук может это воспринять как угрозу и укусить там, куда он попадет, пальцы, ноги. Но чаще всего укусы приходятся на конечности. Но укусы в другие места, там туловище, в лицо, более опасны, так как яд быстрее попадает в центральную нервную систему. Некоторые могут еще иметь такую привычку, там нашли, там, ой, какой хороший паучок, давайте его потрогаем. И руками к нему полезли. Он это тоже может воспринять как угрозу и укусить там за пальцы, за ладони. Вот. Так. Обеспечить пострадавшему покой. Придать горизонтальное положение. Конечность обездвижить. Можно использовать иммобилизацию как при травме, то есть самая элементарная шина, там можно подвязать палку какую-то, если найдете, или картонку, ну, обездвижить главное.
Наложить асептическую повязку. Можно использовать для этого спиртовые салфетки. Можно промочить ту же кусочек марли, кусочек ткани там спиртом или каким-либо другим антисептиком и забинтовать. Обильное питье. Там вода, чай, чтобы яд не распространялся быстро по организму. Давящую повязку можно также наложить. Что? Холодный компресс. И обязательно вызвать либо бригаду экстренной неотложной медицинской помощи, или, если помощь запаздывает или невозможно, то самому транспортировать в лечебно-профилактическое учреждение. Можно также дать противоаллергические препараты и обезболить. А, Кари, у вас вопрос? Да. А вот когда бывает укус бешенства, то бывают судороги. А когда бывает укус паука, то какие симптомы? Кровотечение, рвота? Нет, кровотечения не бывает. Там пятно красное появляется. Белое пятно с розовой или красной каемкой. Или в центре такое красное пятнышко. А симптомы я ж выше рассказывал. Вот. Запрещается, категорически запрещается прижигать раны, отсасывать яд, так как яд очень быстро через слизистые может всосаться и тому, кто оказывает помощь. Запрещается разрезать раны, ковыряться в них, накладывать артериальный жгут, лучше давящая повязка, так как артериальный жгут может травмировать и без того уже поврежденные ткани. И категорически запрещается употреблять алкогольные напитки, так как они расширяют сосуды, а в этом случае яд питается быстрее, быстрее разнесется по организму. Из напитков можно такую воду, минеральную воду, чай можно. Вот, так, вот такое. Есть у кого вопросы? Да, Кари, слушаю ваш вопрос. А когда я куда-то еду, конечно, чтобы паук тебя не укусил, надо стараться не встречаться с ним. А есть какие-то прививки, чтобы паук тебя не откусил, не укусил? Прививок нету, есть противоядные сыворотки, которые уже будут вводить непосредственно в больнице. Лада Акимова, слушаю ваш вопрос. Вопрос таков, то что отсасывание яда можно же сделать, допустим, находясь дома, под рукой может оказаться марля и вот те же банки. Через тонкий слой марли наложить на укус и сделать это вот
отсасывание яда, а не самостоятельно его делать? Или обязательно конкретно в больнице проводить данную процедуру? Ну, по поводу отсасывания яда, я вот смотрел последние протоколы оказания первой помощи. Все-таки отсасывание яда уже не используют при этом. Да, можно, есть специальные аспирационные банки, которыми можно отсосать яд, но вопрос в том, что этот процесс как бы спорный. Одни считают, что как бы можно попытаться отсосать яд. Другие все-таки сосредотачиваются на том, чтобы побыстрее оказать помощь пострадавшему. Поэтому во многих протоколах уже отсасывание яда убирают. Его нет уже просто. Еще вопросы? Хатича Халилова. Да, а если самому сделать эти все процедуры, тогда всегда получается или не всегда? Не совсем понял ваш вопрос. Ну, смотрите, например, вы сделали, и у вас может или получиться, или не получиться. Бывают люди, которые не получилось у них. Что? Когда получилось? Они сами делают. Что? Когда они сами делают это все. Что получилось или не получилось? Помощь? Вот когда... Да. Помощь оказать? Да. Ну, в этом случае я скажу так, что помощь надо оказывать быстро и четко. То есть надо знать, как оказывать помощь. Я ж вот вам и рассказываю, как оказывать помощь. При этом не вообще, при... я сейчас вам немножко расскажу об общих аспектах оказания любой первой медицинской помощи. Главное – это не паниковать. Главное, в первую очередь, не паниковать тому, кто оказывает помощь. Не впадать в какие-то такие невротические состояния. Если вы это знаете, то вы четко и слаженно оказываете помощь. Еще вопросы? А пауки боятся запахов спреев? Можно побрызгаться, и они на тебя не нападут? Ну, каким-нибудь репеллентом можно будет. Но лучше всего не тревожить паука.
Если вы столкнулись вот так с пауком где-то, то лучше его не тревожить. А пауки, как правило, они сами по себе не нападают. Только если их спровоцировать, и только в этом случае они могут напасть. Лада Акимова, слушаю ваш вопрос. А есть ли какие-то, водятся ли у нас в средней полосе России какие-нибудь опасные пауки, при которых надо принимать такие меры? Или все-таки у нас это не так распространено? Ну, в основном тарантулы и каракурты. Вот каракурты более опасные, и тут надо оказывать помощь быстро. Иначе человек может очень быстро погибнуть. Лясососис, у вас вопрос. А в Украине, вот в Украине какие пауки водятся? В, как она, степная зона, по-моему, называется. Степная зона, да. Желтые пауки, тарантулы и каракурты те же самые. Понятно. Кстати, вот в Украине, как раз в южных областях, Николаевская, Херсонская, Одесская область, несколько лет назад, когда было аномально жаркое лето и были высокие температуры, очень много людей пострадало от укусов именно каракурта. Они заползали в дома, заползали в обувь к людям. Где-то, вот особенно если в селах или в дачных участках, частный сектор, очень много их там было. Аномальная температура, это там, когда 50 было? Ну да, когда 35-40 градусов была температура, и все пауки ринулись поближе к людям. Тогда было прям нашествие этих пауков, и очень много людей пострадало от укусов пауков. Именно каракурта. Еще вопросы? А что у нас на следующий урок? Ну, на следующий урок у нас будет завершающий цикл лекций «Первая помощь при укусах ядовитых животных». И на следующей лекции мы поговорим про первую помощь при ужалении медуз. Ой, да, вот это действительно полезно. У меня... Согласен, особенно в Украине. Ну, учитывая... Или в Одессе. Ну, мы, по крайней мере, живем в Мариуполе, но у нас одесские черноморские медузы стали приплывать, они один раз не все лето испортили. Ну... Да вот в прошлом году их было очень много медуз, да. В Черном и Азовском море особенно. Прям нашествие какое-то. Согласен. Ну, это и было, я очень хорошо это помню. Даниил, у вас вопрос. Ну, нам, в общем, нечего бояться. Мы живем в Швеции, у нас тут особо опасных животных нет, только гадюки. Да, гадюки. Медузы у нас просто мирные. Да. Ну, если вам интересно,
то зайдите на YouTube-канал Школы свободных наук. Там, может, уже, возможно, выложили мою предыдущую лекцию. Как раз была первая помощь при укусе змей. Акари, слушаю вопрос. Мы вроде бы хотели скинуть в чат ссылку на видео. Да, я сейчас скидываю в чат ссылку на видео. У кого еще есть вопросы? Она на ссылку не дошла. Не похоже, ее админу скинули. У нас ссылки нет. Сейчас. Я скину в чат ссылку на видео. Зайдете, посмотрите. А то что-то видео. Мне почему-то написано, это видео больше недоступно. У меня, кстати, тоже. Да, у меня тоже. И у меня. И у меня. Похоже, это у всех. Ну, сейчас попробуем. Еще раз запустить. Пойдет. Да. Лагает. Всем привет. Зависает. Очень сильно. Да. Может быть, отправите файл? Так, сейчас попробуем по-другому. Может, по-другому пойдет.
Всем привет. У кого сейчас нормально шел звук? Ну, я не видел, я вообще... Я просто слышал. Ну, это не я слушал, потому что я вообще был, сам даже, был в хроме вообще. Я вот сидел, ну, вроде бы, как всегда, сижу, у меня открыто что-то, какая-то ерунда, я слушаю, что тут происходит. В общем, неважно. Но я надеюсь, что... Вот это кто действительно слушал сейчас, чей звук был? У Антона. Это у меня, это я видео решил запустить по-другому. Сейчас, если получится, то я его запущу по-другому. Всем видно? Да. Да, видно. Слышно? Да. Да, да. Иначе как вы сможете отличить безобидного синокоса от смертельного опасного монстра? В этой подборке мы расскажем о самых ядовитых пауках, какие только существуют на Земле. Будем надеяться, никто из нас не встретится с ними вживую. И да, если боитесь, дайте знать лайком. Посчитаем, сколько нас таких, трясущихся от страха, при виде этих чудовищ. Поехали. Шестиглазый убийца. Только посмотрите, как забавно этот малыш прячется в песке. Разве может столь стеснительный паучок представлять какую-то опасность? Что ж, шестиглазый песочный паук действительно не любит привлекать внимание публики. Обитающий в южной части Африки хищник предпочитает проводить время под камнями и между корнями деревьев. Однако и такая скрытность кажется ему недостаточной, поэтому он либо посыпает себя песком, который прилипает к щетинкам на его теле, либо полностью зарывается в него. Неужели он так опасается людей? Поверьте, шестиглазый песочный паук не боится вообще никого. Просто предпочитает действовать тихо и незаметно, как профессиональный киллер. По результатам токсикологических исследований, его яд признан самым опасным за всю историю наблюдений. Он, словно серная кислота, разрушает клетки организма и стенки кровеносных сосудов, вызывая многочисленные внутренние кровотечения и некроз ткани. Бонус. Противоядия от укуса песочного паука не существует. Но есть и хорошие новости. Этот вид, правда, очень застенчив. Известно всего 2 случая нападения на человека, и те официально не зарегистрированы. Так что просто не тревожьте этого парня. Циклокосмия. Брюшко в виде антикварной печати – это что-то из ряда вон выходящее даже для пауков. Когда природа изощряется таким способом, стоит ждать беды. Наверняка эта печать покрыта смертельно опасными чернилами. Причудливая форма чаще всего действительно таит в себе угрозу. Но это исключительный случай. Пауку с поэтичным названием циклокосмия узорчатая хитиновая пластина нужна для защиты, а не для атаки. Этот домосед живет в небольших норках и терпеть не может незваных гостей. Чтобы обезопасить себя от их прихода в качестве входной двери, он использует эту покрытую ребрами и шипами крышечку, напоминающую старинную печать. Кстати, в этом есть доля истины. Пауки этого рода считаются самыми древними на Земле. Ведь странноватый красавец и отличается агрессивным характером, серьезных последствий от столкновения с ним не будет. Зачем же мы тогда о нем рассказали? Чтобы вы сумели отличить его от следующего похожего паука из нашей подборки. Ведь он настоящий убийца. Сиднейский воронковый паук. Знакомьтесь, сиднейский воронковый или лейкопаутинный паук. Как вы поняли из названия, обитает он в Австралии. Ну, кто бы сомневался. Мрачный образ нужен ему не для защиты. Этот парень действительно желает вам только зла. Поскольку песочный паук практически не нападает на человека, именно сиднейского паука Книга рекордов Гиннесса оценила как самого ядовитого в мире. Ему не нужен повод. Черный монстр всегда готов к нападению. Сначала он встанет на задние лапы и покажет клыки. Они настолько крепкие и длинные, что могут пробить даже ногтевую пластину. Если за это время вы не успели покинуть пределы Австралии, укус, а затем еще и еще. Да, это кровожадное чудовище атакует неоднократно. Его яд смертельно опасен, так что медицинскую помощь нужно получить незамедлительно. Есть вероятность, что паук отправится в больницу вместе с вами. Он часто прикрепляется к жертве до тех пор, пока его не стряхнут. Остается только один вопрос. Природа. За что? Странствующий паук.
Это чудище вполне может составить конкуренцию своему сиднейскому собрату. Он тоже попал в книгу рекордов Гиннесса. В издании 2010 года его рот был признан как содержащий самых ядовитых представителей восьминогих. Перед вами бразильский странствующий паук. Согласитесь, название уже не обещает ничего хорошего. Куда он странствует и с какой целью? Есть две новости. Хорошая, он не нападает на человека первым. Плохая, он на самом деле никогда не сидит на месте и любит забираться в дома, прятаться в шкафах и среди вещей. Никакого уважения к частной собственности у него нет. Так что если вы потревожите его сон в коробке с обувью, поплатитесь укусом. Помимо людей, этот паук любит полакомиться бананами, так что осматривайте фрукты в магазине повнимательнее. Яд вызывает потерю контроля мышц с последующей остановкой дыхания, что приводит к параличу и в 85% случаев к отказу сердца. Впрочем, эффективный антидот уже давно разработан, так что главное – вовремя обратиться в больницу. Коричневый отшельник. Этот шестиглазый малыш распространен на востоке США и прекрасно себя чувствует в измененной человеком окружающей среде. При этом обнаружить его не так-то просто. Даже с учетом размаха ног, его длина составляет всего от 6 до 20 миллиметров. Однако лучше бы вам сделать это сразу. Безболезненный укус коричневого паука-отшельника может пройти незамеченным, а вот последствия будут крайне неприятными. Этот паук считается одним из самых ядовитых представителей своего семейства. Входящие в состав его яда ферменты вызывают омертвение ткани. Развивается некроз постепенно, и если вовремя не обратиться за помощью, яд может достигнуть 25 сантиметров в диаметре. Заживление в таком случае занимает до 6 месяцев, а если задета подкожная клетчатка, полное выздоровление может растянуться на 3 года. Если вы живете на территории обитания отшельника и не хотите устраивать себе такой долгий больничный, внимательно проверяйте одежду, обувь и постельное белье. Чаще всего эти пауки прячутся именно там. Паук-волк. Мы сегодня видели уже немало ужасающих монстров. Не хватало среди них только паука-волка. У него что, огромная клыкастая пасть? Или он воет на луну по ночам? Зрелище было бы жуткое, но на самом деле все не так страшно. Свое название этот вид получил за необычный образ жизни. Пауки-волки не плетут паутину и своеобразно охотятся. Нападают на добычу из засады или даже преследуют ее по лесу. В поисках наживы они могут путешествовать с одной территории на другую. Разве не похоже на поведение хищного млекопитающего? Распространены эти ребята по всему миру, кроме Антарктиды, так что шансы, что один из них бросится в погоню за вами, очень велики. Впрочем, слишком переживать на этот счет не нужно. Укусы большинства пауков-волков не опасны, за исключением тропических видов. Их яд может вызвать длительную боль, отек, головокружение, учащенный пульс и тошноту. В этом случае отправляйтесь к врачу, если, конечно, раньше вас не настигнет вся стая. Металлический птицеяд. Мы сегодня уже убедились в том, что внешность обманчива. Взгляните на этого потрясающего красавчика. Настоящее произведение искусства. Разве можно допустить мысль о том, что он опасен? Между тем, всем своим видом металлический древесный паук пытается убедить вас. С ним лучше не связываться. Если вы неправильно поняли значение окраски этого самого яркого представителя семейства птицеядов, то хотя бы размеры должны вас насторожить. Размах ног этого паука достигает 16-17 сантиметров. Уже достаточно, чтобы держаться от него подальше. Кроме того, он еще и прекрасный ответ. Сильный, быстрый и высоко прыгает. Для самых же любопытных у древесного металлического паука припасен сюрприз. Наиболее токсичный яд среди всех известных птицеядов. Укус вызывает сильную боль, мышечные судороги и длительную слабость. Симптомы продолжаются в течение 2-3 недель, хотя могут внезапно повторяться даже в течение нескольких месяцев. Поэтому лучше любоваться этим пауком со стороны. Хотя вы и не планировали знакомиться с ним близко, верно? Черная вдова. Вы наверняка уже заждались, где же самый знаменитый ядовитый паук, который на слуху у каждого. Окей, настало время поговорить о Латродектус. Именно так называется род пауков, которых мы называем вдовами. Начнем, пожалуй, с самого знаменитого и наиболее ядовитого. Черные вдовы. Грозный образ этого хищника известен так хорошо, что едва завидев черное тельце с красным рисунком в виде песочных часов, вы однозначно сразу же броситесь бежать. И правильно сделаете. Эти маленькие пауки обладают необычайно сильным ядом, нейротоксин которого вызывает латродектизм, тяжелейший клинический синдром. Для детей
детей и стариков он смертельно опасен, но и взрослый человек может не пережить последствия укуса. Уже через полчаса начинаются невероятно сильные боли во всей укушенной конечности, которые в дальнейшем захватывают мышцы тела, грудной клетки и живота. К болевым ощущениям присоединяются сильнейшие судороги, паника и затруднение дыхания. Что самое ужасное, эффективных способов снятия симптомов нет, и терпеть такие мучения придется не меньше 12 часов. Коричневая вдова. К сожалению, у пауков со столь дурной славой род Латродектус не ограничивается. У черной убийцы есть не менее неприятные родственники. Например, коричневая вдова или паук-пуговица. Младший брат самой ядовитой вдовы. Он еще более мелкий и, что радует, не так опасен для человека. Воздействие токсина коричневой вдовы обычно ограничивается областью укуса и окружающими тканями и не распространяется на все тело. Однако происходит это только потому, что паук-пуговица не может впрыснуть достаточное количество яда. Будем надеяться, он не станет прокачивать эту способность. Кстати, о способностях. Вы знали, что коричневая вдова тоже представлен в ряду супергероев? В сериале «Братья Вентура» он обладает теми же силами, что и Человек-паук Марвел, и живет в Нью-Йорке. В реальности Латродектус геометрикус встречается в Южной Африке, США, Южной Европе и даже Японии. Исследователи считают, что он вытесняет свою более опасную черную родственницу. Это, конечно, здорово, но лучше бы эти ребята покинули землю вместе, согласитесь. Красная вдова. Впрочем, даже если представить, что это действительно случится, мы не будем полностью избавлены от угрозы со стороны рода Латродектус. В тени своих более известных собратьев затаился один малоизученный, но не менее неприятный паук. Красная вдова или вдова Бишопа. В случае с ним природа хоть немного нас пощадила. Повстречать красную вдову можно лишь среди листьев песчаных сосен полуострова Флорида. Но кто знает, вдруг ему тоже взбредет в голову расширить свой ареал обитания. К счастью, пока что он не демонстрирует таких намерений и вообще редко вступает в контакт с людьми. В медицинской литературе не зарегистрировано ни одного укуса этого паука. Однако исследования показали, что яд у него есть. Примерно в 5 раз менее токсичный, чем у коричневой вдовы. Но этого вполне достаточно, чтобы ваш день был испорчен. К тому же имя этого восьминогого носит один из персонажей вселенной Marvel Comics. Не станут же они называть героя в честь какого-то слабачка. Эй, дружище, устал от роликов про мимими... Ну вот, и посмотрели видео.